Условка за нападение на человека с ножом группы «Элит». Таково решение Приморского райсуда Одессы в отношении обвиняемых, которые 2,5 года назад избили и порезали лидера одесского автомайдана Виталия Устименко. Точнее, Станислав Руденко и Виталий Гаврилюк получили по 4 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Но учитывая, что эти самые 2 года они уже провели в СИЗО, то теперь выйдут на свободу. Их осудили за хулиганство. Руденко отдельно за незаконное хранение оружия. Также обвиняемые заплатят Устименко 25 тысяч гривен морального ущерба. Суд принял во внимание, что оба подсудимых – участники АТО. Сторона обвинения не смогла доказать заказной характер нападения на Устименко, хотя Виталий ранее вообще не был знаком с этими людьми. Защита же настаивает, что подсудимые не причастны к данному преступлению. В общем, обе стороны готовятся к апелляции. Суд действительно проявил в условиях там, политического там, давления там, со стороны журналистов, то есть справедливо в части решения, что ребята все-таки на свободе, и дальше могут обжаловать то решение, которое было сегодня вынесено. Вы сказали свою позицию о том, что мы считаем, что как бы не доказана вина Руденко Гаврилюка в совершении именно этого преступления. Поэтому как бы, наша позиция она неизменна. И как бы, мы будем об этом и в апелляции писать, в апелляционной скарге. Раптово виникли мотиви здійснити хуліганські дії у незнайомих людей. І от, власне, це все, що потрібно знати. Ми будемо оскаржувати це рішення, ми будемо подавати апеляцію. Напомню, нападение на активиста произошло 5 июня 2018 года. Двое на тот момент неизвестных разбили ему голову и порезали бедро возле офиса телеканала «Суспільне», на котором Устименко тогда работал ведущим студии. Спустя несколько месяцев полиция задержала двоих подозреваемых в причастности к нападению.